кошки и собаки – извечные враги, но эти две кошки решили помочь собаке-инвалиду. Рискуя жизнью и поддерживая с двух сторон, они перевели через проезжую часть пса, у которого отказали задние лапы. Скорость реакции этого добермана впечатляет. Пес в один момент разобрался со змеей. Все мы знаем, что бульдоги маленькие и забавные, но не стоит их недооценивать. Этот песик сумел прогнать двух медведей и защитить своих хозяев от незваных гостей. Койот забрел на улице города и напал на девушку-подростка, гулявшую с маленькой собачкой. Пока девочка пыталась убежать, собака бросилась защищать хозяйку от хищника. На прогулке у девушки случился приступ, и эта огромная собака по кличке Клевер ради спасения своей хозяйки сумела остановить грузовик. Люди обычно опасаются бродячих собак, но оказывается, они могут быть надежными защитниками. Вор напал на девушку посреди улицы. Бродячая собака защитила пострадавшую, отогнав грабителя. Помогать людям с ограниченными возможностями могут не только собаки. Например, эта лошадь и поднимет упавшего человека и даже поможет собрать дрова для костра. Верный ротвейлер решил, что его хозяин тонет, и очень быстро нашел и спас хозяина. Хорошо, что этот мужчина взял пса с собой на работу. Грабитель явно не ожидал такого отпора. Хозяин даже придержал пса, чтобы он не вцепился в грабителя. Посмотрите, как этот пес по кличке Магнус помогает своему хозяину-инвалиду. Мужчина полностью зависит от него на улице. Из-за высокой инвалидности хозяин Магнуса не может даже самостоятельно управлять инвалидной коляской. Любящий и верный пес выполняет функцию двигателя у коляски. Никто его специально не учил, просто этот пес человечнее, чем некоторые люди. Скорее всего, вы не знали, что свиньи отлично плавают. Посмотрите, как в контактном зоопарке этот поросенок спас козу, нога которой застряла под водой. Поросенок, не задумываясь, бросился на помощь. Мы уже привыкли, что собаки спасают людей, но иногда собаки спасают собак. Два животных оказались в уплывающем каноэ, а третья бросилась их спасать. Удивительно то, что собака из каноэ смогла подать веревку той, которая в воде. Золотистый ретривер спас двух золотых рыбок, оказавшихся на полу. Очень аккуратно и бережно пес перенес рыбок в свою миску с водой. Интересно, как пес понял, что нужно делать? Напишите свою версию в комментариях. Этот пес пытается спасти рыбу. Многие люди могут поучиться у собаки состраданию. Однако и кошки тоже спасают других кошек. Четыре огромные собаки напали на маленького котенка, но взрослый кот быстро поставил их на место. Эти два пса организовали настоящую миссию по спасению рыбы, застрявшей на мелководье. Посмотрите, как они слаженно прокопали канал, углубляя дно, чтобы рыба могла свободно уплыть. Все, ты его отпустил! Молодец! Мужчина на инвалидном кресле пытается пересечь затопленную улицу, но отказывается от помощи, ведь сзади его толкает верный друг. Этот пес отважно бросился на спасение тонущего человека. Теперь парень обязан ему жизнью.
маленький слоненок упал в бассейн с водой в зоопарке. Его родители без промедления бросились на помощь, зашли в воду и, поддерживая, вывели малыша на берег. В поисках еды медведь забрел во двор частного дома. Незваного гостя заметил хозяйский пес и прогнал нарушителя спокойствия. Посмотрите, как этот герой спасает щенка, упавшего в бассейн. С такой собакой детям ничего не угрожает в бассейне. Этот пес мгновенно спасет утопающего. Иногда кошки относятся к людям как к своим котятам. Некоторые даже могут пытаться спасти человека. Но зачем эти люди добровольно лезут в воду? Их срочно нужно спасать. Скорее всего, подумала кошка по имени Дафна, вытаскивая хозяйку из ванны. После зимней спячки медведи очень голодные и в поисках еды идут к домам людей. А голодные медведи очень опасны. Посмотрите, как собака отгоняет слишком наглого медведя. Агрессивный гусь напал на человека, но пес аккуратно и без травм смог оттащить птицу. Все могло закончиться так. Но закончилось хорошо. Собака увидела утопающего в реке. Обратите внимание, что она сделала. Человек практически полностью исчез под водой, но собака успела вовремя. Не пугайтесь, это съемка обучения собаки. Мама отвлеклась и оставила малыша со старшими детьми, которые увлечены игрой. Но молниеносная реакция собаки спасла ситуацию. Вы завели большую собаку и думаете, что она вас защитит? Вне зависимости от размера, все они настоящие защитники. Неожиданно, правда? Посмотрите, этот человек наслаждается общением со львами, но тигр был единственным, кто заметил надвигающуюся опасность. Не только заметил, но и предотвратил нападение. У этой девушки закружилась голова в магазине, и только посмотрите на реакцию собаки и то, как она защищала свою хозяйку. А эта собака помогает перейти дорогу. А этот слон решил спасти человека. И после такого понятно, что животные намного умнее, чем мы думаем.